Всем приветик! Это я, Оля, из Греции. Вы на моем канале Flower Therapy, цветочная терапия. Сегодня воскресенье, 26 сентября. Кончается месяц, а у нас еще тепло. Какая я рада, какая я довольна, что у нас такая погода хорошая. Ну, прям прелесть. И вот мы решили выйти погулять. Последний раз, может, поесть мороженое. И насладиться таким прекрасным теплым вечером летним греческим. Не знаю, какой этот влог выйдет. Кажется, я снимала мало, но он вышел. Смотрите далее и жду, конечно же, ваши комментарии. Всем хорошего просмотра и вообще всего-всего самого-самого наилучшего. Вот ты там высматриваешь, Дзак. Кто там? Кто там ему, мальчик? Кошечка туда пошла? Нет, кого-то там, а соседи высматривают. А кошечка тут. Мы тебя нашли. Ох, день уже жаркий. Еще, ну, 10 примерно вот так вот утра. Жарко, уже 30 градусов. Это видно, что жарко. Неделю обещают такую жаркую. Что, конечно, хорошо. Ну, кто устал от жары, может, плохо, но все равно. Охота тепло, охота хорошая погода, охота много-много-много солнца. Вот. А у меня планы, конечно же, не наполеонские, но есть. Но если такая жара, не знаю, если буду вставать рано. Сегодня не проснулась рано, легла поздно. Была ночная съемка. Увидите в ролике про цветущие кактусы. У меня был ночной. Вот. Ели, пили, сидели, отдыхали, наслаждались. Такой вечер был хорошенький, не жаркий, без комаров. Ой, впервые на экране. У нас такое редко летом. А вот. Ни осы не прилетали на мясо. Обычно такое тоже происходит. Зверечки играли. А мы наслаждались вкусняшками. Вот так вот выглядит все. Надеюсь, на этой неделе муж начнет вот это прибирать. Он устал. Уставший был. В общем, на работе очень много работы. Надеюсь, кое-что будет он делать, кое-что я. И будем прибираться, потому что ну, много всего. Так, кактусы пока не могу пристроить я на свое место. Размечталась, потому что муж хочет подготовить там с задней стороны, где у меня стоят цериусы. Он хочет подготовить как каркас, в общем, такой простенький мне построит с древесины, чтобы мы могли накрывать на зиму цериусы. Потому что когда сильные дожди, очень много, в общем, они на них попадают дождей и воды и могут загнить. Вот. Так. Так что оставим его, пусть он мне подготовит и то место. И успеем кактусы все по местам поставить. Конечно, охота уже все это сделать. Ну ладно, ничего. Не успевает муж все это делать так быстро. Самое главное, что сделает. Эй, вы! Видите, и тут у меня. Вот, ну, везде полно всего. Эй, игрушка! Игрушка, ты давай, вот показала нам ее. Видите, что у нее там? Нету. Нету вон тех висючих. Вот мы не могли понять, это мальчик или девочка. Ну, один день мы увидели, что там оттуда во что-то вышло. Когда чистился, поняли, что это мальчик. Не смейтесь надо мной, я не знаю, какие звери кастрированные. Если это кастрированный, как бы мне говорили, видите, вот, вот так. Нету колокольчиков. Главное, с этой стороны я привязала, чтобы он игрался, а он с той стороны играется. Там интересней, там посложнее все это. Эй, смотри, я у тебя забрала. Там интересней, да? Через сетку доставать. Ах ты игрушка, ах ты игрушка. Царит, царит, царит. Сейчас начнется. Или убежит? Нет. Продолжает.
а потом побегут. Дзякули, как нам хорошо, да? Мой мальчик, он ревнует, чуточку ревнует. Я зову кошечку к себе, он сразу подходит ко мне, значит, мама моя, говорит ей. Она такая проходит, мяу. И она ревнует, но она это по-другому показывает, почти не показывает. А собаки, они же хитрости у них нет, они открытые души. Ой, ты мой сладкий, ты мой хороший, ты мой хороший, ты мой хороший. Смотрите. Ой, я вам надоем вот с этими показами, со своими зверюшками, наверное. Ну, не могу, у меня так развлекает это все. Вот эту вот штучку главное, вот это вот, как его, которые рыбу ловят, они ее используют тут. И я ее нашла, у меня таких несколько вот таких, когда я на вот этом вот участке собирала, бывало, травку, да, вот там вот такая растет трава такая, знаете, полезная. И я находила, потому что, как его, который, ну, дедушка вот тут, который жил, сосед, который умер, его уже нету. Вот он на рыбалку ходил. В общем, вот это вот все, что он чистил, что не нужно, он выкидывал вот в этот участок между нами. И вот я когда собирала травку, я то одну найду, то вторую, то третью, и брала их себе. И когда приходили кошечки, вот раньше Вась как приходил, еще какие-то были, я вот так тоже привязывала в разных местах сада, и они игрались. И вспомнила сейчас, что раньше я так делала кошкам. И вот повешала, и она играет. Вот это все, что покусано, это покусал его Дзак. Тоже решил попробовать игрушку. Подожди, подожди. Ой, забрала. Вот. Пока для кошечки никакие игрушки мы не купили. В принципе, в супермаркете ничего и не было для кошек интересного. Надо, в общем, в специальный магазин попасть. Может, купим что-нибудь. Вот такую привязала. Она тоже ее царапает ногти свои. Этот, как его, в общем, делает. И об деревья, и, в общем, она знает, в общем, где играть и с чем играть. Бывает, Зака игрушки тоже чуточку берет, но он сразу отбирает, значит, они мои. Вот. Так, ой, черепашка, если бы вы видели, что съела черепашка. Сейчас я вам покажу. Не черепашка, черепаха. Так, ты еще здесь? Ты здесь. Она и вчера здесь была, она тут спала. Вот она. Дала я, она поела. Моя хорошая. Смотрите. Вот. Это сегодняшняя. Видите, у меня тут агавы маленькие. Вот такие вот. Не скажешь, что маленькие. Твердые. Смотрите, не согинаются почти. И вот такой вот листик она съела. Смотрите. Видите? Даже агаву она кушает, когда нету что-то интереснее. Ну, я про это говорила, но все равно я показываю. Вот так вот. Что достает, ест. Моя хорошая. Ну, вот так. Что? Смотрите. Ну, вот, игры. Не плачь, только не плачь. А это уже закрытый цветочек. Ну, ладно. Вот у меня была съемка ночная. Это вы увидите, конечно, в отдельном ролике про цветущие кактусы. А сейчас он уже закрытый. Вот тут есть еще один. Видите? Вот так. Чуть-чуть дала вам информации, что вы увидите далее. Не далее, а в новом, в 15-й серии или 16-й. Сбила счету. 15-й, кажется. Красавец? Ты такой красивый? Это что за глазки голубые? Ау! Ты что меня царапаешь, скотинка? Ну ты дает, непоседа какой. Такой шустряк. Ты что, снимать тебя тоже нельзя? Ой, какие глаза. Смотрите на него, значит, не снимай меня. Что ты там грызешь, Дзак? Что-то сегодня он не с той ноги встал, да? Что-то царапает много. Вчера был как-то лучше, спокойнее. Сегодня что-то ему не то. Ой, спать хочешь, мой мальчик, спать хочешь? Она ему тут глазок даже поцарапала чуточку. Говорю аккуратно с ней. Да, мой хороший? Жарко уже, видишь, как дышишь. Сейчас пойдем в дом. Нет, еще не скоро. Эй, игрушка, игрушка. Ай, не царапай, не царапай. Эти,
Вроде боится, ага. Все, я пошла. Я пошла. Ты меня царапаешь, я тебя не буду любить сильно-сильно, как моего Дзака. Вот так. Так, пока не забыла, хочу показать. Это у меня уже сколько времени цветут, а я все не показываю. Вот такие вот мелкие-мелкие цветочки. Как тебя там традисканция? Вот. Уже много отцвели, а я только вспомнила снимать. Сейчас время цвести традисканциям, и я все забываю. Но все-таки тоже цветочки, не будем их обижать. Будем их тоже показывать. Еще одна традисканция, вот эта вот, которая такая волосатенькая, которая на зиму увядает, а потом опять выходит из корня, дает новые побеги. Вот такой цветочек, более крупней, чем у другого, который показывала. Они еще полностью не раскрылись даже, мне кажется, да. Должны еще раскрываться только-только, вот они. Так, еще есть одна цветет, которая... А так, нет, кажется, две есть. Вот тут такая неопрятная у меня. Она разрослась, но я ее... Пока ее не трогаю, потому что надо кустик обрезать, а потом... Дойдет очередь до нее. Ну, давай посмотрим на твои цветочки. Вот такие мелкие-мелкие. А бутонов сколько, мамочки. Бутонов-то много-много. Видите? Маленькие традисканчики. Она мне нравится, потому что она такая живучая, зеленая такая весь год. Хотя я ее обновляю, но она такая хорошая. Смотрите, сколько бутонов. Она уже цветет больше недели и будет еще цвести. Тут вот такой вот горшок. Тут у меня... Все вместе. Винегрет, как назвать. Тут тоже она каждый год сама выходит. Семена падают. Вот это вот синенькая. Ой, мои ногти страшные. Не буду показывать. Так. Ну ладно. В общем, у него два листика. Видно? Ну давай фокусируй ты, блин. Не хочет, не хочет. Два листика синие. Внизу там что-то. В общем, цветет тоже. Тоже что-то цветет. Вот. Хотя тут уже чистить надо. Страшненькие. Ну ничего, пусть отцветут, почищу. Есть традисканции вот эти цветущие. Есть еще одна традисканция, но она не цветет. Цветет, но я все-таки решила показать. Смотрите, какая красота. Так, беру, втыкаю. И где разрастется. Бывает, где-то нехорошо пойдет. В каком-то горшке лучше. Видите, какая красота. Она у меня никогда и не цвела. Тоже на зиму почти умирает, а потом опять возрождается. Не возрождается, в общем, отсыхает корень. А беру вот эти вот хорошие конечки и в разные места, в разные горшки просто вот так вот втыкаю. И где приживется. Бывает, в одном месте всего приживется. Потом с того места размножаю и сажаю. И вот все лето они и есть у меня. Вот раз горшок, вот два горшок. Так, вот тут три горшок. И еще есть в одном месте. Еще один горшочек. Видите, тут солнце такое. Тут, вот тут самый первый был самый старый. От него я брала. А вот тут, видите, я повтыкала. Это уже поздно я повтыкала, месяц назад. Вот тут был тоже. В общем, везде я вот так стараюсь побольше. Мне не нравится, потому что ну, вот так заполняют землю в горшке. И хорошо, зелененько. Мне нравится. Пока не отошла далеко от дзефирантусов, буду показывать. Раз цветут, конечно, буду показывать белоснежные красавицы. Ну, простые, да, вот простые, но все равно мне не нравятся. Они... такая нежность. Куда их пристроить, я не знаю. Ищу место, я не найду подходящее. И все из-за зверьков моих. Все из-за зверьков. Надо знать, куда сажать, чтобы не портили, чтобы не ковыряли, чтобы было видно, чтобы подходящее место было. Ну ладно, найдем, найдем. Ой, первая розочка. Ой-ой-ой, какая ты маленькая. Ну какая красивая. У меня тоже традисканция. Я даже забыла, что у меня и тут есть. Цвет такой яркий. Тут она мелкая, надо ее тоже обновлять. В общем, как сезон закончится, наверное, я ее даже, может, лишнюю и не буду высаживать. Есть в двух местах, хватит. Так, что у нас тут? Все по-прежнему. Так, а ну-ка, этот листик что уже? Осенний цвет делает, набирает. Ой, смотрите, смотрите.
Смотрите, сколько семянок. Сейчас, 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 сейчас. Так, а ну-ка. Ну, давай, фокус. Что ты там? Ой, не приловчусь я к этому фокусу, к новому телефону. Вот, издалека, может, лучше видно семянки. Я пропускаю, они их, он их стреляет, и я забываю собирать. Вот. Цветочек много, они прячутся, все нагинаются. Ну, в общем-то. Так, я иду еще показывать традисканцию. А вот, вот тут тоже я сунула такой небольшой. Ну, вот, видно, да? Видно, вот. Растут, мои хорошие, смотрите. Растут. Вот этот, смотрите, как хорошо вырос. Помните, да, показывала? Хорошо растет. Хотя мог бы и быстрее, но у него еще и ребенок, вот. Я же говорила, там у него зачаток был. Вот он. И вот этот, конечно, продолжает наращивать вот эти вот свои ветки. Вон они все там, сколько их есть. И вверх тоже у него растет. Смотрите, какой красивый. Вот тут, вот тут зелень появляется. Ну, давай уже расти, стоит. Вот этот стоит, что-то мне не нравится вообще. Вот этот растет, красавица. Ну, в общем, в целом неплохо, в целом неплохо. Вот это тоже толстеет, толстеет, толстеет. Прям, ну, нравится мне. А, вот тут, смотрите. Малышей дает. Вот этот чуть-чуть подрос, потолстел. Ну, вот так вот. Вот так вот. И вечно цветущая моя умница. Ой, вот этот какой высокий стал. Посмотрите. Посмотрите, какая ветка. Смотрите. Как там его, я не помню никогда. И это у нас... Ох, как ее там? Граптоверия. Вот она. Граптоверия. Вот такая. Видите? Огромная. Так, смотрите, смотрите. Это кто-то откладывает яички. Так интересно. Видите? Еще где-то было, еще где-то видела. Не помню где. Так интересно. Не знаю кто, не знаю что. Там внутри глина, а снаружи какие-то как листики сухие. От чего собирают, как делают, когда делают. Когда Оля спит. Интересно. И уже вижу во многих-многих местах. Так вот, занимаюсь растениями, раз увижу где-то. Богомол оставляют свои. А вот, вот богомол. Вот оно, видите, вот это вот. Яички богомола. И вот такие вот на любом растении могут быть, на любой палочке. Где найдут место, в общем, там и делают. Тоже не трогаю, потому что они растения не трогают. Вот этот тронулся наконец-таки. Плохой такой, невзрачный. Ну, прям, ну, еле-еле. Что ему надо? Не хочет расти, в общем. Чуточку вот тут растений. Дякули. Дякули. Пойдем? Пойдем в дом? Жарко, да? Пойдем, мой мальчик, отдыхать. Я тоже ничего не хочу делать в такую жару. Так, ты пришел смотреть? А что у меня для вас? Ну, не для вас, а для себя, впрочем. Мы вчера поехали собирать орехи. Чуть-чуть опоздали, конечно же, потому что остались все на макушке. Нам пришлось, в общем, доставать, как их выбивать палками. Кто-то выбивал, кто-то собирал. Угадайте, кто что делал. Вот. И вот такие вот орехи мы собрали. Есть большие деревья, которые, в принципе, ничьи. Не загорожены какие-то там участки. И можешь идти и собирать. Что мы поехали и сделали. Ну, из этих не знаем, сколько будет хороших. Видно, что там есть червивые. С полу собирали вот такие вот уже. Может, тоже червивые. Будем проверять. Там невозможно это все проверять, а дома сейчас мы возьмемся. Вот такие вот у нас, такая вот у нас прогулка была. Заодно там деревья с, как его, сейчас, ну, тут везде деревья с инжиром есть. Остановились, тоже инжира нарвали и поели, и чуть-чуть, в общем, домой привезли еще поесть. Камушки собрали, даже где-то семена я
собрала, покажу вам позже. Вот, ну, в общем, вот принесла я, потому что от них руки будут черные, коричневые, и возьмусь за чистку сейчас вместе с мужем. Прохладненько, как раз таки можно заняться этим. Спокойненько, очень жаркий день сегодня был, и сейчас жарко, но все равно хорошо, уже к вечеру. Все, не буду я больше болтать, а буду заниматься нужным и полезным. Сегодня вроде как раскроются литопсы. Видите, язычки внаружу. Как бы не пропустить. Но они теперь будут несколько дней, конечно же. Пропущу сегодня, так завтра сниму. Это хорошо. А вот есть такие растения, которые пропустишь, и все. Сейчас я вам покажу. Вот и пропущенный. Этот был позавчерашний, а этот вчерашний. Я его ждала сегодня. И даже не подошла, не посмотрела. Совсем про него забыла. И пропустила второй цветочек. А я хотела полюбоваться хоть чуточку, хоть 5 минут. 12 хотя бы ночи. Вот так вот. Такое тоже бывает. Ну, спасибо и на то, что я заметила первый. И вот такие вот цветочки у меня в этом году у цериуса, которого не ожидала вообще. Который больной, невзрачный, но зацвел. Ну что ты кричишь? Что ты кричишь? Она на дерево, а он кричит. Ой, какие вы хорошенькие звездочки. Одни цветают, другие зацветают. Прям, ну вот, прям хороший такой. Смотрите. Красавица, красавица. Название надо посмотреть. Может, запомню. Так, смотрите, 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 какой бутончик, какой ты красивый. Он уже ароматит, такой аромат, еще не раскрылся. Мне нравится. Домашних, ну, у меня, в общем, которые расцвели уже в моих условиях, намного красивее, чем которые я купила, когда купила. Вот так вот. И еще у меня одна розочка есть, она тоже с ароматом. Эй, ты куда прибежала? Ох, ох, шкодники, ох. А ну не царапайте друг друга. Ой, мамочки, а вот еще одна розочка. Ароматная, ароматная. Никогда камера не передает ее точный цвет. Ну, никогда. Мяу-мяу. Не крупная, но она есть. Еще кое-какие бутоны есть, так что буду любоваться единичными розочками, что неплохо совсем для осени. Эй, эй, ты, красивые глаза. Шкодник, шкодник, шкодник. Сейчас тебя Дзак услышит и прибежит. Да, Дзак? Ты тут? Я любуюсь вот этой красотой. Ну, любуюсь, не налюбуюсь прям. Так, что у нас? Ну, вот, что обрезала, дают вот еще. Вот тут вот, видите? Вот почему хорошо обрезать старые, что отцветают. Потому что они потом вот отсюда выдают еще вон. И вот так вот везде. Так, вот этот может тоже будет цвести. Вот этот за мной уже второй день. Прям по пятам. Что не делал, начал делать. Так, вот это все вроде как. Георгинки, георгинки. Продолжают. Вот этот жду, думаю, ну все расцветет, расцветет. Смотрю и бутоны ищу. Ничего нету, ничего нету. Ну прям так охота, так охота. Вот этот уже доцветает, плубагу. Много тоже цвел. Ну, в земле он будет себя вести, конечно, намного лучше. Так, что я хотела показать. Смотрите, какой красивый варигатный лист. Вот все вот такие, да, вот всего полоска. Ну вот, видите, какие полоски у всех. А у него, посмотрите, внутри какие полоски. Вот так. Такой у меня первый раз. Ну вот бывает такое, да, вот что еще вот тут вот такая вот, да, скажем, дополнительная тоненькая. Но вот такое еще не было. Более варьегатный получился лист. Нравится? Очень-очень-очень. А синий? А синий, всегда синий. Синий, иней. Вот эти вот не выходят. Уже вижу кое-где зелень. Проезжали в горах, видела. А у меня они еще стоят. Еще не проснулись.
Ну ладно, будем ждать. Ох, тут у меня что делается? Там кошка мне что наделала. Ну, мы потихоньку подготовим, место сделаем, приучим. Надеюсь, еще не поздно. Сегодня вторник, у нас ветра, что мне не удается ничего заснять. Смотрите, какие хорошенькие вы мои умницы, свеженькие, маленькие. Так приятно. Вот эта роза цветет и зимой, что хорошо. А когда я показывала вчера, позавчера показывала я бутон, и вчера, сегодня он уже раскрыт. Смотрите, какая красота. Вот этот цвет интересный я выбрала все-таки. Смотрите, какие у него нежные тона кремовые. Цвет пудры, там что-то еще есть. И аромат приятный. Такая вот прекрасная роза. Очень довольна, что я ее купила. Очень-приочень. Прелесть. Кошечка, ты так красиво сидишь? Дзякулі, дай пройти. Дай пройти. Смотри, как красиво сидит. Маленькая. Маленький. Ты почему меня поцарапал? Щеку мне поцарапал и шею. Разве так можно? Когда уже научишься не царапать? Просто хедзак, а то она тебя поцарапает. Что-то ты сегодня не в настроении, я это вижу. Что такое? Ну вот, у нас сегодня лучший денек. Смотрите, солнышко. Вчера был ветер, позавчера был ветер. Хотела снимать что-то, не могла на улице, в общем, из-за ветра. Хотя и сегодня есть чуточку ветерок, но все-таки ничего. Понижение температуры было где-то примерно 22 градуса, вот так. Вот. И мерзнем. По ночам так прохладно стало. Да и ветерок прохладненький, но все-таки погода теплая, хорошая. Для вас, наверное, это и не прохладно, как для нас чувствуется. Так, ну что? Комментарий не читала еще после вчерашнего ролика. Вот. Ничего толком не делала. Хотя, нет, в понедельник или во вторник я все-таки что-то делала, что-то пересаживала. Был ветерок, что-то делала, но не смогла заснять. Надеюсь, я сегодня еще что-нибудь смогу. Вот хочу посмотреть, что там делается. Из-за деревьев уже не видно. Вы видите, крупная вот там пальма уже. Как его, оливково, и не виден сад с этого ракурса. Ну, вот так вот. Все заросло. Соседи говорят, приезжают. Как раз-таки напротив, когда были, соседи говорят. Мы, говорит, раньше, ну, приезжали, видели, говорит, вас, говорит, могли издалека махнуть, значит, рукой там. А сейчас, говорит, мы вас не видим, говорит. Особенно меня, говорит, тебя, Оля, вообще не видно. Павлу еще можно заметить, он крупный. Тебя, говорит, не видно. Деревья, говорит, все выросли. Значит, растения выросли, мы тебя почти не видим. Вот сейчас вот это красное дерево, которое вон там вот, оно уже осыпаются листья, и редко такое стало просвечивать, скажем, насквозь. А до этого оно было более густое и вообще не было видно. Вот так вот. Ну, с участка, на котором не было ничего, а теперь стало вот столько деревьев, я просто рада. Я этого и хотела. Не из-за того, что закрыться от других, спрятаться. Это могли бы мы сделать и другим способом. Просто хотела зелень, хотела побольше зелени и, как сказать, чтобы была тень летом особенно, потому что очень-очень жарко. Что такое? Что-то не в настроении наша кошечка. Мне кажется, ей что-то нехорошо. Кушает, ест хорошо. Ночью у нас было прохладно, может, ей было холодно, не знаю, надо домик на балкон, да, Дзякулі? И она может будет спать в домике, а так она спит где попало. Вот так вот. Оставь ее в покое, она тебя будет царапать сейчас, видишь? Дзякулі.
Так, что у нас? Я никак не могу заснять вот эти вот литопсы. Они толком не открываются, потому что не было солнца толкового. Вот, они должны открываться несколько дней, много-много дней, дней 10. Ну вот, сегодня буду следить, они открываются после обеда. Вот, и набух уже, вот, какой. Ну, конечно, раскрытые цветочки вы увидите в ролике, а не во влоге. И это будет последний ролик про цветущие, все остальное будете уже видеть во влогах. Моя розочка красивая, ее снимала. Давайте проберусь, проберусь. Я же могу и отсюда. Я же как кошечка тоже. Везде помещаюсь. Какая ты красивая. Цвет совсем другой. Совсем вот не то, что совсем, но другой цвет. Более насыщенный, более интересный, чем когда я его купила уже с готовыми цветочками. Вот так вот. В домашних условиях, скажем, ну, в моих, он проявил себя намного красивее, вот цвет у него. Расцветка такая вот. Не знаю, если это видно на камеру, я это вижу. Так, что у нас еще? Что у нас еще? Ой, пробралась, пробралась. Ну, вот эта красавица всегда. Тут что-то разрастается, что-то. Смотрите. Вот так вот. Покупаешь, был красивый, и все. Поливаю каждый день. И вот, вот так вот. Я хочу семена, которые есть у бабушки, у бабушек, у всех есть вот такие вот во дворах. Другой цвет, конечно, такой, знаете, более фиолетовый. У моей маме был. Они самосевом выходят, семена крепкие, растут хорошие кусты. Вот эти остальные цвета, что мы покупаем, они даже вот могут и сезон не выдержать. Только посадила, две недели не прошло, уже испортился. Вот такие вот растения продают, к сожалению. Ну, найду я семена, найду бабушкины хорошие, которые не настоящие, которые не, как сказать, ничего их с ними не сделали, как сказать, гибриды. Вот. А вот и розочки, вот и розочки. Не крупные, но они есть. И бугенвилля чуточка. Так, что у нас тут еще? Ну, тут еще, видите, еще цветочки есть от сирени. Индийской сирень. О, а какое его название настоящее? А я уже забыла. Индийская сирень. Вот я забыла его название теперь. Ну ладно, ладно. Вот этих очень хорошо процвели. Очень хорошо. И я вижу, тут вот еще собираются. Вот как отцветет чуточку еще вот эти цветочки. Сегодня, может, завтра отрежу. И сразу другие пойдут вот новые. Понравился мне. Такие звездочки красивенькие, хорошенькие. И сеньор Педро, все хорошо. Ветра были, стоит себе такой стройный, хороший. Молочина. Вот так вот. Ну все, фонтанчик. И как-то так. Дождей у нас толковых не было. Так, чуть-чуть был этот мелкий дождик. Даже, как сказать, земля не пропиталась. Ну вот, черти что, в общем. Хотя бы дожди были нормальные. И, в общем, мы уже устали поливать. Когда уже начнутся дожди? Ты, Малисик, Малисик, ты сегодня не в настроении, да? Не в настроении и на руки не хочешь. Я бы тебя с удовольствием подержала на ручках подольше, подольше. Ну, посмотри. Посмотри, мы на твои глазки посмотрим красивые. Так? Муж тут еще ничего не убрал. Устает на работе сильно. Много работы опять у них. Опять завалило работы. Да. Кто болеет, кто умер, кто еще что. И рабочих меньше. И сваливается вся работа, в общем, на тех, кто остались, кто есть. А такие розочки. И вот такой вот одинарный. И оливки. Ох, муж говорит, сколько оливок, это сколько будет, говорит. Я говорю, надо будет раздавать. Ну, надо будет, раздадим. Вот, если не сможем справиться, очень много для нас будет. Да еще и соседка приехала, которую часто, вот вон тот, вон та оливка. И говорит, я у нее есть еще и участки. Говорит, соберите, говорит, если хотите, говорит, вы, говорит, оливки. Спасибо, говорю, у нас тоже много есть. Ну, спасибо.
Посмотрим, не знаю, собирать их тоже нелегко. Ну, увидим, посмотрим. Тоже как наш сорт, говорит, и у нее. Ну, не знаю. А кошечка кушает травку, значит, у нее что-то есть, ей нуждается в травке. Ну, сама себя будет лечить, значит, что-то желудком не то. Бывает. Ну что, я здесь, чтобы показать свою камелию. Поступил вопрос, но он уже... Его написали, когда я уже засняла ролик, так что не могла ответить в ролике. Вот там вот камелия, видите? Она такая же, как была. И не хуже, не лучше. Вот такая, как была. Вроде у нее там чуточку что-то начинает набирать цвет. Вижу вон. Чуточку что-то есть. Вот так вот она растет. Не очень-то и хорошо. Ожидала лучшее. Но может еще все-таки она приживается. Дает корневую, может еще развивает далее волю. И вот верхушка пока еще вот ничего. Может будет расти. Может и не будет. Кто знает. Вот так вот. Вот такая вот у меня камелия. Я ее не показываю. Ну потому что в принципе что показывать. Ее почти кустарник вот закрыл. Надо подстричь, чтобы ей больше места было. Но, в принципе, у нее место там неплохо ей есть. Вот так вот. Надеюсь, увидим цветочки. Видно, что есть бутончики, зарождаются. Вот так вот. И вот такие вот канны. Мы вышли погулять. Меня просят показывать нашу местность. Ну, показывая, вот это вот у нас... как сказать, платье называется, как парк маленький. Нет, не парк, наверное, все-таки слово другое. Погода сегодня очень хорошая, воскресенье, тепло. Сегодня, если я не ошибаюсь, было 30 градусов. Вот так вот. Дзякули с нами, конечно же. Дзякули прям не может, прям хочет гулять, А вот, которая собачка Дзими, который... бегает тут всегда вокруг. Хороший, ко всем идет. И Дзяк любит Дими. Дружок, да? Дими, Дими. Дзяк, не бойся, не бойся, мой мальчик. Боится еще? Не бойся. У Дими синяков. Мой мальчик, какой ты бояка. Ну какой ты бояка. С такой мамочкой как-нибудь бояка. Ну все, понюхались, Да, людей еще полно. Сейчас мы пойдем туда, где магазины. Мы идем. Такая погода хорошая, не представляете, как нам везет с погодой. Ветерок, правда, есть, но он не холодный. Так, ну нет, не так уж много людей все-таки. О, Дзяк везде свою нужду должен сделать. Как будто никогда не выходил из дома. Ну, такая вот картинка. Море синее-синее. Людей не очень много, как я говорила. Все-таки, ну, есть. Ну, все-таки уже сентябрь. Меньше приезжают. Вот так вот у нас. Я, конечно, показываю все эти местности. Мои новые зрители просят. И вот показываю. Вот так вот у нас, как набережная, скажем, где у нас магазинчики, кафе, рестораны. Сюда мы приходим обычно так, прогуляться, поесть, попить. На людей посмотреть и себя показать, как говорят. Вот такое море. Да, чуть-чуть есть волны. Смотрите, какой закат красивый. Вот он. Красота. Вот так. Сколько времени, интересно, не знаю. Время где-то 8 примерно. Дзякули? Дзякули, ты рад? Еще как? Еще как рад? Не хочет, не надо.
такая вот картинка. Мы сели, как сказать, заказали и ждем. И вот так вот красиво, где мы сидим. Папа, у тебя красивая кофточка. Новая. Я подарила. Знаешь, какой ты красивый сегодня? Моделу. Моделу, это модель, значит. Дзакули сидит и смотрит, как люди проходят. На самом лучшем месте. Ничего не теряет, все видит. Ну, вот так вот заканчивается наш вечер. Спасибо всем за просмотры. Знать, что надо делать, жду комментарии. Всем всего хорошего. До свидания. Ремся, 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 рем